Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас летняя передача в Березовом лесу. Я живу в замечательном месте, которое называется Березовый свет. Вокруг одни березы, и сюда приезжала моя мамочка, и я пишу здесь свои истории. Вот сегодня на пляже я нашла гусиное перо, новое перо, а это значит, будет новая книга. Да, я забыла сказать, меня зовут, конечно, Ирина Бьёрна, вы знаете, я пишу истории. Истории маленькие, большие, серьезные, несерьезные. Читатели уже больше 50 тысяч, так что растет, есть грамоты, и посмотрите, у меня всякие конкурсы, в общем, я участвую, присылают грамоты всякие. Но главное, это вы, мои читатели. Так вот, такими гусиными перьями писал еще Пушкин. Такими гусиными перьями писал мой прадедушка. У моего папы хранится чернильный прибор, которому больше 100 лет. Когда-нибудь он мне его подарит. Это фамильный чернильный прибор. И каждый раз, когда я нахожу новое перо на пляже, это значит, я пишу или книгу, или историю. Вот видите, сколько тут у меня перьев. Вот столько книг у меня, сколько вот этих вот перьев. Причем, чем больше перо, тем больше книжка. И сегодняшнее мое перо, вот это вот новое, это новая книжка, которая называется «Все будет хорошо». Это самая сильная мантра в мире. Когда тебе очень плохо, когда ты не знаешь, что делать, повтори ее в себе, внутри себя или вербально. «Все будет хорошо». Это значит, все будет хорошо в твоей жизни. Все будет хорошо вокруг тебя. Все будет хорошо на твоем жизненном пути. Вот об этом мои маленькие истории. И пусть будет, все будет хорошо в твоей жизни. Читайте книжки, смотрите фильмы. Встретимся опять. Ирина Бьёрна из моего леса, который называется... Это моя дача, которая называется Березовый свет. Бирка Люс. До свидания. Встретимся опять.